Mm-hmm. Нихуя не ебу. Николай, не тупи. Ну вот что тебе непонятно? Мест нет, сказали брать к себе. Приказ. Пизде. Ёбаный рот, Николай, что? Слушай, Николаевич, хуйня какая-то. Оля что-то тупит, говорит, этих пидорасов к себе должен забрать. Нихуя она не тупит. Николай, пойми, блядь, их дохуя, и они заебали. Скольких ты освоил? Да, блядь, ну троих. Короче, Николай, блядь, не еби мозги. Бери все на передержку, там 15 суток всего хули. Тебе ж хату пиздатую дали. Короче, давай, блядь, там потом тебя зачислим как-нибудь задним числом. Не ссы, придумаем. Оформим там эти премиальные те заебатые. Жену свою с детьми он сводишь, блядь. В Купаловске. На утренник. Да хуйня какая-то, Николаич. Да вообще пиздец, Николай. Вот распорядок дня, протоколы, меню. Гречку и хлеб потом возьми на складе. Если попытаются бежать, используй табельное. Да. Николай, у всех так сейчас. Ни одному тебе хуёво. Не выёбывайся. Алло. Алло, котик, привет. Слушай, тут я уже домой еду. Это самое. Ну? Ты только не злись, хорошо? Убери, пожалуйста, вещи детей и к нам в спальню, они с нами поспят. Не поняла. Привет, Николай. Витаю. Здравствуйте. Так, тихо мне. Руку дал? На выход, малышка. Заходим. Лицом к стене становимся. Плотнее.
Встать. Да, блядь, сиди ты. Здесь, блядь. Так. Внимание на экран. За нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и или иного массового мероприятия, совершенного участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации и или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенного участником. Короче, суд постановил назначить обвиняемым 15 суток ареста. Суд окончен. Вот так, блядь. Все понятно всем. Приятного отдыха. Котик. Я охуею. Ешь. Да. Как показал ваша история, выдержит треет еще испытание. Испытание внутреннего стержня на устойчивость. Мы вас не ожидали. Вы рассказали все чисто и сердечно. Не переключайтесь. Пиздец. У меня все хуели в этой школе. Николай. Пиздец. Айтишник. Давай 5, умножаем на 5. Отнимаем здесь вот 13. И в остатке у нас 12. Иные подходы к этим цифрам. Все, уравнение решено. Набрали скорости полный нападающий. Андрей вошел в зону, как сделал прием, посмотрите на шедевровый нападающий. Когда это закончится, Николай? Слушай, котик. 15 суток всего. Охуенно. Спасибо. Кругом
кругом. Да, блядь, не дергайся ты. Блядь, нормально. Каляска. Ну чё? Заебок. Ну. Николай. Угу. Котик, завтра же уже все, да? Да. Угу. Слушай. А можно будет потом еще таких достать? В смысле? Ушел? Просто я подумала, хорошо же работает. Пусть поработает. Ну, в принципе, а хули? Смотри, маме на даче помощь нужна, угу. У тебя работа. А эти могут покопать что, потягать вообще, спать в сарае могут. Может, возьми штуки 4 в следующий раз, покрепче. Ну, это с пацанами надо попиздить. А я с Андреевой и Наташкой говорила, они тоже планируют брать. Ну, они троих думают. Тогда вообще без пизды 5 возьму. Иди сюда. Я вот думаю, чего они не убегают? Да я им убегу, блядь. Да нет, понятно. Просто я смотрела по РНТВ программу одну. Короче, там рассказали, что эти, типа, протестующие, они, типа, потомки крепостных. Uh-huh. Понимаешь? Так исторически сложилось. И взбухают они, потому что им на генетическом уровне не хватает, чтобы их пиздили, как раньше, понимаешь? Типа, спецом вырывают? Да. Uh-huh.
А если типа по закону природы, то они должны работать и не выебываться. Тогда все нормально будет по-божески. Интересная мысль. Просто они страх потеряли, и началось вот это все говно. Только сейчас, слава богу, мы, блядь, возвращаем порядок, который был издревле. Четко, блядь. Ну все, да? Свободны. До встречи. Пошел.